Около 1000 красноярцев написали сегодня юридический диктант. Одни онлайн, другие на 10 площадках вузов. Это федеральный проект, он проходит до 10 декабря. Цель – рассказать гражданам об их правах в необычной форме. Вопросы разные, что такое презумпция невиновности или кто такие соотечественники за рубежом. Также участников проверяют на знание новшеств в законодательстве. Правда, таких резонансных тем, как, например, законы Клишаса или законы о физлицах и иноагентах, в тестах нет. Организаторы говорят, что для профессионалов диктант – возможность проверить свои знания. Так, в прошлом году они заняли лишь 3-е место, уступив чиновникам и силовикам. Активные граждане, которые хотят проверить правовые знания, получат сертификаты и полезную информацию. Она пригодится им в судах или, например, на митингах, когда задерживают без основания. Для того, чтобы не оказаться задержанным, для того, чтобы знать, что и как ответить. Потому что есть санкционированный митинг, есть несанкционированный. И если человек, который идет на митинг, он юридически подкован, хотя бы ту основу, которая ему необходима, что-то санкционированное, что-то с разрешения, то, что как раз-таки соответствует законодательству, его никто не задерживает.